вот впереди Липовские отвалы. Много интересного там есть. Но наш путь сегодня немножко не туда, а за переливтом. Дорога вполне проезжая. Красивый лес осенью. Самое лучшее время. Ни комаров, ни гнуса другого. Не жарко. Ну, начало положено. Переливчик небольшой. Вау! Вот это красота! Видите, вот красная, с красным такой. Конечно, вымоешь его. Изумительный будет образец. Ой, грязь какая. Ну чё ж. Тоже перелифт. Но не очень. Видно плохо. Конечно, надо было водички взять, да. Не то. Да, это тоже перелифт, пусть не такой интересный, но... Ну, вот тут что-то стало попадаться. Вау! Вот это да! Вот это экземпляр! Вот. Еще бы побольше, вообще красота! Вау! Тоже плюха неплохая. Халцедоновая такая курочка. И срез, смотрите, какой изумительный. Красава. Да. 2 года не было. Что-то еще осталось. Так, выключим пока. Ну вот еще несколько интересных, ну очень интересных образцов. Вот даже прозрачный на солнышке будет. Ну это обыкновенный. Ну тут вот что-то тоже вылезло.
Да. Да. И красная, и желтая. Интересный образец. И крупный, главное. И крупный. Ну что ж, в том же духе. Опа-на, продолжаем. Никак не могу выколопать. Да ёлку. Выковырять-то вы его я достала. Черт, я знаю, что это. Ясно, что перелив, но какой будет рисунок, непонятно. Но мыть надо. Да, и по пути еще несколько штучек. Вот, еще красава тут выглядывает. Вот такой медовый. Медовый он на просвет будет. Солнышко так видно будет. Хорошо там. Прозрачный. Умка, что тут еще? Ну, из той же оперы примерно. Вот Вале копаться, это не жилу разбирать. Тоже перелифтик. Что-то где-то еще пропустил, ну ладно. Ну, это кварц просто молочный. Нам он не нужен. Бывает везуха, но редко. Это кто-то, если занимается там какой-нибудь мозаикой или художественной, художественной резкой какой-нибудь, можно что-то из этого изобразить. Были, попадали ко мне раньше интересные. Я уже говорил как-то, и черепашка вылетая куда-то отправил я. И что еще там было? Цветок классный. Вообще, еще что-то. Так что вот.